Ох, давненько я в арк не играл. Привет, меня зовут Север, это летсплей по мобильному арку, стаж игры 1,5 года и больше. Приятного просмотра! Была уже попытка поиграть вдвоем в арк, но моего товарища постоянно телефон греется, FPS проседает и зачастую он выше 5 не поднимается. Приветствие в арке — это появление раптора из жопы, и вот пожалуйста, только стоит о нем вспомнить. Сейчас мы зайдем в пещеру, я получу плюс-минус 3 уровня, так как у меня уровень вообще не вкачан. Так, я сказал 3 уровня, я попробую пробежать, но не думаю, что у меня получится. 135 дудо, опять же для яиц, для кейблов, потому что нужно приручить летающее существо, то бишь птеранодона. Сложно, кстати, нормальное. Жопу, короче, это артефакт охотника. Сейчас зайду в главную пещеру, опять же попробую пробежать, сколько мне лулов дали. За эту пещеру мне дали один левел. Как-то странно. Третья попытка залутать артефакт. И это победа. Сейчас нужно зайти обратно в пещеру, чтобы завершить задание. Вот, верните на поверхность. Хотя, сколько левелов дадут? 750 экспы, ну это 3 левела, да. 150 эту дошку, опять же, для яиц приручу. Я попробую забрать все заметки в этой пещере. Не думаю, то, что получится с первого раза, но стоит попробовать. Первая заметка есть. Здесь есть какой-нибудь артефакт под водой? Такое себе. Забираем артефакт. И еще одну заметку. Иногда звук может лагать, но уж извините, мы просто наушники максимально конченые. Забираем последнюю заметочку. Угу. Вот это уже неплохо. Я только сейчас вспомнил про бакс-карты, и то бишь заходишь, уходишь, опять заходишь, и живку все не спавнится. Она работает только в локалке. Делаем задание на дилофазавров, получаем лук. Надеюсь, он будет нормальный, потому что все-таки нормальная сложность. Так. Легендарный, золотой, ну-ка. Ну, довольно неплохой. Сделал задание на мегапирании, не знаю пока что, кто будет первой живкой. Скорее всего, трицератопс, потому что все-таки фармер. Сделал кожаную броню, убил сарка, получил железное копье. Ну, отлично. Дом на воде готов. Я считаю это лучшим решением в начале выживания. Я бы показал свой путь, как я плыву до красного обелиска, но когда вот я такими вещами занимаюсь, я обычно листаю там ВК, ТикТок, Телеграм смотрю и так далее. 15-й птеранодон. Трайк. 25-й. Ну, вообще такое себе. Весь этот путь я проплыл чисто, чтобы сдать артефакты, так как здесь шансы выжить намного больше, чем около зеленого обелиска. А начинаем задание на сдачу артефакта. Я надеюсь, мне выпадет бальзам из того и из того. Не выпал. Одни чертежи. Ну, красиво, что могу сказать. Теперь начинаем задание на массив трибут. Здесь бальзам будет хотя бы. Да, двушка из задания. Револьвер такой себе. Беру токсин, пригодится. Это, скорее всего, не конец, так как ролик выйдет довольно маленьким по продолжительности, потому что я очень много обрезаю, очень много не попадает в кадр, например, фарм ресурсов и тому подобное. Поэтому, если это конец, до скорых встреч. Если нет, то еще увидимся. Привет, это снова я, Северполис, и канал называется все-таки Центавери, потому что я так решил. Значит, слушай, что я сейчас делаю? Я делаю фармилку для трицератопса, вот нашел 145-го, сейчас надо его завести. И все-таки немножко лишнего мусора, так сказать, ненужного видеоряда все-таки будет, потому что мне нужно растягивать ролики. Они у меня записываются в 1440 качестве, но в то же время качество, ну, очень дерьмовое из-за люма. Да и просто нужно хронометраж растягивать, так как памяти не хватает. Возможно, будет шум на заднем фоне, так как... блять, хуй пойми, что рабочие делают на улице. Я надеюсь, мне 12 стрел хватит для его усыпления. Ну-ка. Половину он уже вроде как убегает.
Вообще, это единственный трек нормальный, который я нашел. Максимальный уровень 150, я это уже говорил. А это 145, поэтому считаю, что это просто охрененно. Ну и еще я нашел 130-го псевдонадона. Правда, мне уровня не хватает для его седла, но надо как-то нафармить. Правда, как, до сих пор не знаю. Ну все, отлично. Я иногда могу нести полную чушь, потому что я только проснулся. Вы сами понимаете. Ох, обожаю Псевдонадон. Псевдонадон в начале выживания я всегда приручаю там на ПВП, на ПВЕ. Кстати, на ПВП я давно не играл. Блять, у меня нет слов. Я думаю, одного кибла для Псевдонадона хватит. Да, хватило, все верно. Чего у тебя по статам? Ну, среднее, правда, стамины маловато, ну ладно, переживем. И теперь у нас страйк. Мне очень повезло то, что я смог найти такого трайка. Значит, использую баг с карты, чтобы забрать пару заметок, потому что мне нужен 38 уровень для седла Наптера. Ладно, у меня уже заканчивается место хранилища, хотя у меня 128 гигов, никогда не думал, что этого будет не хватать. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был Север, это был канал Тинтабери, всем удачи, всем пока!